Уединившись у окна, создав творческую атмосферу, окружив себя новыми работами и красками, наводит последние штрихи на своих очередных творческих решениях талантливая жабинковская мастерица Ольга Коваль. В ее руках, в руках профессионала, такой сложный для работы материал, как глина, становится послушным, воплощает за считанные в секунды в образы цветов и фруктов. Увлечение керамикой появилось в жизни выпускницы архитектурного факультета Брестского технического университета относительно недавно, в отличие от других видов творчества и искусства, которыми она занималась практически всю жизнь. Для меня, как для мастера, главное было почувствовать материал. Для меня это был новый материал, поэтому это было достаточно сложно, потому что вылепить живой цветок из куска глины – это достаточно кропотливый труд. Керамическая флористика Ольги Коваль удивляет своим разнообразием. Настолько обширна гамма ярких и интересных решений. Розы, флоксы и даже полевые ромашки находят место в цветочных композициях, которые мастерица размещает на ожерельях, браслетах и брошках. Создайте свой неповторимый образ, будьте уникальны и экстравагантны. Именно эту цель преследует Ольга Коваль, делая каждый раз только индивидуальные творческие работы. Наверное, каждая работа, она творчески выстрадана, потому что я ее прочувствую и стараюсь именно вложить индивидуальный какой-то характер работе для каждого клиента. Поэтому каждую работу жалко отдавать. Работы талантливого мастера оценены по достоинству. Часто Ольга становится соучастником интересных модных проектов. Один из последних – предновогодняя инициатива F-Studio и студии «Декор Антураж». Яркие украшения мастера стали отличным дополнением необычных фоторешений, познакомиться с которыми уже совсем скоро можно будет в сети интернет. Уже сегодня у Ольги Коваль есть ряд проектов и интересных вернисажей. О них берестейцы узнают в преддверии рождественских и новогодних праздников.